Доброе время суток. Представляю перед вами хороший Volkswagen Tiguan 2012 года, оснащен мотором 2 литра на автоматической коробке передач на полном приводе. Плюс есть хорошие подарки. А подарки — это у нас с вами колеса зимние. Это у нас, насколько я помню, это у нас Nokia Norman 4. Состояние резины хорошее. Два колеса здесь, полочка. Два колеса в багажнике. Пойдемте в багажник, покажу вам состояние колес, которые лежат в багажнике. На сегодняшний день колеса не дешевые. То есть вот видим, да, тут тоже шипы на месте. Протектор хороший на всех колесах. Так, теперь переместимся в салон. Покажу вам состояние салона, расскажу про комплектацию. Есть еще один большой плюс, это я вам покажу в салоне. Так, значит, здесь у нас с вами аккуратный, чистый, ухоженный салон. Сиденья, карты дверей выглядят хорошо, все чисто, аккуратно, состояние отличное. Впереди у нас с вами такой же замечательный салон. Состояние сидений, карты дверей, также панель, водительская дверь. Все отлично, все красиво, комплектация тоже шикарная, давайте рассмотрим. Так, значит, комплектация у нас с вами входит мультируль. С мультируля можно управлять штатной системой, бортовым компьютером. Также 4 стеклоподъемника, все автоматические, центральный замок, регулировка, подогрев, функция складных зеркал. Есть датчик света, корректор фар, датчик дождя, круиз-контроль, коробка передач. Именно здесь идет автоматическая, не робот, там, не DSG, как многие думают. На этих тюгуанах всегда ставился 6-ступенчатый автомат японский от фирмы Asin. Коробка называется 09G, ставилась на многие машины, в том числе и на японские. Машина, коробка хорошая, надежная. Автохолд, электроручник, кнопка отключения стабилизации. Здесь располагается двухзонный климат-контроль, подогревы передних сидений внутри режима. Чуть повыше у нас с вами идет штатная система. Также имеется переключение задней передачи, задние партроники. В комплекте два оригинальных ключа. Автомобиль заведен, ровно работает мотор. Пробег на автомобиле составляет всего лишь 113 тысяч километров. И, кстати, вот не каждый паркетник может похвастаться вот таким маленьким расходом топлива. Расход топлива на автомобиле 10,8 литра на 100 километров. И про плюсик я вам еще расскажу. В бардачке лежат документация. Также там есть заказ снаряды. Но покажу вам самое, что есть интересное. Значит, здесь у нас с вами... В чем плюс-то самый большой, я вам хотел сказать. Машина полностью обслужена. Недавно была поменена цепь ГРМ. Замена помпы водяного насоса. Что немаловажно, чтобы вы понимали. Стоимость такой процедуры стоит 77 тысяч рублей. То есть здесь у нас с вами поменяли. Читать уже не буду. Вкратце вот так вам покажу. Чтобы вы могли запомнить. То есть поменена цепочка полностью в сборе и поменен корпус термостата тоже в сборе. Так что в ближайшие 100 тысяч километров вот эта проблема вас точно не затронет, а то и 150 можно проехать. Ну вот, как-то так. Это, кстати, большой плюс, не забываем про это. 77 тысяч рублей на дороге тоже не валяются. Не каждый Volkswagen Tiguan будет так обслужен, как именно эта машина. Если вы желаете себе приобрести хороший обслуженный Tiguan, рекомендую вам приехать к нам в автосалон столицы, приедете на осмотр, сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если вас все устроит, машину вы сможете у нас приобрести по системе трейдин в кредит, либо за наличный расчет. Хотел еще отметить, у нас с вами спереди имеется омыватель фар, штатный адаптивный ксенон. Ну и вроде на этом все. Спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения, всем доброго, до свидания.